Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА» на Дальнем Востоке. Роман, здравствуйте. Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили. Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом моменте. Вообще Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек. Очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем. А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите. Если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разлились по окрестностям, было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь. Для этих людей. Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров. Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи. И мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь. И поговорить, пообщаться, и просто как бы помочь добрым словом. Но не просто словом, но и делом. Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям? Наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь. А какие направления социальной помощи у вас существуют? Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь,
или какая-то еще проблема. То есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим. То есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается. А еще какие большие и малые проекты могут быть? Ну, вообще, я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть, что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть, когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске, Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носители языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления. Желающих много? Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касаются чрезвычайных ситуаций. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают. Может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске-на-Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали, мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район,
Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды, очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое. Делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь. Это замечательно. Да, огромное количество людей. Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово. Мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали хорошую скидку. Договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты. И потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях. Мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, получаем списки, получаем направление. И вместе с сотрудниками вот, у муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных как бы, явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, как бы легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА Москва и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы. И мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплые и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9-й этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с Центром по поддержке вот населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханум. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот, на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю, малые. Почему? Потому что они краткосрочные. Получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом.
делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений, приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15-20-25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это как бы не деньги, но для пенсионеров это как бы существенная сумма, которую они могут сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих-трех детей, мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в центре социальной поддержки. Это дети могут быть. Это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже в свою очередь дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней. Многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке. Это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе... Может, кто угодно вот так вот, да? Да, любой человек. На базе местной церкви люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот, поэтому есть очень много возможностей, которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом кормления лиц без определенного места жительства. В городе Владивостоке есть площадь Баляева, где собираются люди нуждающиеся. Чаще всего это люди без определенного места жительства. И очень часто попадаются люди, которые вот внезапно просто оказались. И вот этот проект мы осуществляли совместно с Центром социального обслуживания населения. Также подключилась местная организация, как правильно назвать, комбинат хлебобулочных изделий «Влад Хлеб». Они предоставили хлеб бесплатно. Мы сделали сухие наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности.
и оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Угу. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать. Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете? Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить. Поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кому-то что-то сказал. И такое эхо идет по району, по городу. И тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают. Есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом мы общаемся, имеем... как бы такой коннект у нас есть. Угу, отлично. Совместная работа. Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям? Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное. Угу. Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Но так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру, но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами, как так, что мы передали ей сына, она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы, участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом через два месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске. Смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю, говорю: привет, как дела, ты меня не помнишь? Он говорит: нет, не помню. Я говорю: помнишь, зимой, так и так, ты вот лежал. Он: ну да, что-то помню. Я говорю: ну, ты жив благодаря помощи. Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть... Вот он результат, да? Результат, человек жив. Да. Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому... Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35 от 40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как «Красный Крест», она тоже имеет свои представители на Дальнем Востоке, помогает. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир. Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни... Я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милости у него. Моя дочка подходит и говорит: папа, я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко.
И мы всегда отвлекаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит влияние, ребенок видит пример. Видит, да. Они оказывают помощь. Моя супруга, она очень добрый человек. Она готова всем оказать помощь. Вот кого бы она ни видела, если кто-то нуждается, она готова всем оказать помощь. Я, в свою очередь, всегда ее иногда торможу так, говорю, подожди, нужно уточнить, а нуждается ли он в помощи. Потому что, ну, как бы я привык анализировать. Было очень много случаев, когда и обманывали. Я вспоминаю один случай, когда один человек пришел к нам в офис и попросил помощи. И я его тогда, помню, расспрашивал, наверное, часа полтора. Как, что, откуда. Я так к нему проникся, и у меня тогда было очень мало денег. Но я ему сказал, я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил все еды. Я зашел, говорю, что ты сделал, говорю, ты зачем это сделал? То есть ты сделал препятствие для помощи другим людям, я теперь буду не доверять. Поэтому разные бывают ситуации, но в целом мы остаемся преданными своему делу, своему служению, своей работе, потому что в мире очень много людей сегодня, которые нуждаются. И наша задача, как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния. Да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь. Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются? Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки. Там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакли по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий,
который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер, обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, и мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике, в Приморском крае за один месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда. Они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство. Поэтому мы готовы работать и в этом направлении. Поэтому, ну и, конечно же, мы будем готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории. Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно. В Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту, записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало. Эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество. Людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых. По возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают. А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно? У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия. Выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали ее нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям. А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете? Непреодолимые ситуации в каком смысле? Ну, различные препятствия на вашем пути.
препятствия в оказании помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации. Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, uh-huh. когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, uh-huh. потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. Угу. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых ситуаций не бывает. То есть если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях. Угу, отлично. Ощущаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности? Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблема всегда в людях. То есть сложнее всего иногда как бы найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании. Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее. Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае, потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому, если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо. И приезжайте к нам. Благодарим вас. Спасибо. Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию. Ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.